Всем, ребят, привет! Сегодня видео не связано с нашим хобби, с любимым хобби, о копе, о монетах, о чистке монет. Сегодня более важная тема, и хочу вас попросить меня выслушать. Тема очень трогательная, и нужно помочь одному маленькому человечку, который даже не отметил годика своей жизни и только-только начал делать свои первые шаги в этой жизни. Вы спросите, почему именно этому ребенку мы должны помочь? Ведь в мире много больных детей. Да, много, но хочется помочь именно тому, которого мы все знаем понаслышке. Ваша помощь не уйдет кому-то в карман. Реальная помощь реальному ребенку. Папа и мама Митюшки, а так зовут нашего мальчугана наших друзей, друзей нашего сообщества, они не просят помощи ни у кого, пытаются решить эти трудности сами. Я сам отец двоих детей и знаю, как это тяжело, когда болеют дети. А мамам тяжелее в десятки, в сотни раз, видя, когда ваш ребенок мучается у вас на руках от боли. Витюшка сильный пацан, и в свои 5 месяцев он перенес уже 2 операции, и в мае этого года предстоит очередная сложная операция. Диагноз Витюшки я вам не смогу сказать, так как сломаю язык. Обычным языком это проблемы с почками и мочеточником. Если не лечить, то истощается почечная ткань. И все. Стоимость одной операции составляет от 60 до 80 тысяч рублей. Но скажу честно, предыдущие 2 операции прошли бесплатные. Отец Витюшки выбил квоту. Но что если в следующий раз не произойдет чудо и бесплатно не удастся провести операцию? Ребенок просто может умереть. На данный момент состояние ребенка вроде стабилизируется. Вчера врачи сказали, что динамика положительная. Но вы не представляете, как борется ребенок, как он хочет жить. Без капризули в день он принимает огромное количество лекарства. Таблетки, капсулы, жидкие, порошки. Ему бы сейчас сладенько и вкусненько, а он только и видит, что горькое и противное. Уважаемые подписчики и участники группы, я обращаюсь к вам с очень непростой и огромной просьбой. От этого зависит будущее ребенка. Если операция не будет сделана, Витенька, возможно, больше не сможет увидеть белый свет. И это не крик о помощи, а предложение помочь. Благодарны будем абсолютно любой помощи. Заранее огромное спасибо. Деньги можно перевести на номер сберкарты, указанный под этим видео. Получатель – Наталья Владимировна Шамаева. На твой телефон пришло новое сообщение. Ну вот, первое сообщение пришло. Помощь получена от Анастасии Севастьяновой. Огромное спасибо.